Всем привет! С вами канал Кулинарная Гармония и Михаил. И сегодня мы приготовим очень вкусный кабачковый рулет, который отлично подойдет как на праздничный стол, так и на повседневный. Нам понадобятся кабачки, лук зеленый, мука, яйца сырые, соль, ветчина, плавленый сыр, яйца вареные, майонез. Кабачки будем натирать на крупную терку. Эти части срезаем. Трем кабачок. Кабачки натерли, теперь их солим. Солим, ребят, по вкусу. Теперь хорошенько перемешиваем. Затем им даем постоять минут 10-15, чтобы они дали сок. Кабачки постояли, пустили сок. Хорошенько их отжимаем. И перекладываем в миску поглубже. Отжимаем хорошо, чтобы как можно меньше было жидкости. Кабачки отжали, теперь выбиваем яйца. Тщательно перемешиваем. Добавляем муку и хорошенько перемешиваем. Кабачки выкладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой. Бумагу я маслом не смазываю. Разравниваем. Стараемся разравнивать так, чтобы он как бы был ровный, равномерно. То бывает, что где-то чуть толще, чуть тоньше, поэтому стараемся, чтобы он весь был одинаковый. Теперь ставим духовку, разогретую до 200 градусов, на 15-20 минут. Кабачки вытащили из духовки и даем им остыть. На мелкую терку трем плавленый сыр. Следом за сыром трем яйца, отварные тоже на мелкую терку. Добавляем майонез. Хорошенько перемешиваем. Мелко режем зеленый лук. Зеленый лук добавляем к сыру и яйцу. Перемешиваем. Ветчину будем резать соломкой. Разрезаю теперь еще напополам и теперь на соломку. Нарезанную ветчину добавляем к сыру и яйцу. Перемешиваем. Корж для нашего рулета остыл. Выкладываем начинку на него. Начинку размазываем. Стараемся равномерно. До края не доходим, чтобы нам было удобнее его закручивать. Теперь закручиваем. Видите, он хорошо отходит.
даже без смазывания маслом. Рулет готов. Перекладываем его в красивую тарелку и подаем на стол. Можно кушать. Ну что, давайте теперь попробуем. Мягенький, смотрите какой, очень аппетитный. Ну что, пробуем. Рулет получился очень вкусный, нежный, приятный вкус. И готовится легко и просто. Рекомендую вам обязательно приготовить. Подписывайтесь на наш канал. Понравилось видео, ставьте лайки. Обязательно пишите комментарии. И не забывайте делиться рецептом со своими друзьями. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующий новый интересный рецепт. Подписывайтесь на наш Инстаграм и ТикТок. Там более короткие видеорецепты. Ссылки будут внизу под видео в описании. Приятного аппетита всем. Пока-пока и удачи.